Друзьяки, сегодня у нас два проектора. Мне постучался один из китайских магазинов на Алиэкспресс, говорит, хочешь, мы тебе пришлем? Я говорю, давайте, присылайте, только два присылайте. Один, говорю, для розыгрыша, другой, может, мне останется хороший, действительно, потому что мне пригодится кое-где этот проектор. Только они прислали разные. Ну, думаю, ладно, окей. Раз так, заодно зашибись. Как раз не просто один проектор, а будет два разных. Зато заценим, какой лучше, какой хуже. Один побольше, другой поменьше. Давайте, наверное, с большенького начнем. Вот. Поставляется он вот в такой коробке. Причем отправляли мне его по России. То есть это не было из Китая доставки. Это как курьер притопал мне, сказал: на, братан, держи, проектируй своим проектором все, что хочешь. Джбэк. Никаких названий. Вот это вот как и в прошлый раз. То есть просто LED-проектор, все. The most cost, что тут? Efficient High Resolution LED Project. Ну ладно, окей. То есть ничего не написано. Просто написано, что он... мультискрин, все. Вот меня вот всегда это забавляет, удивляет. Почему? Потому что должна быть хотя бы какая-то брендированная вещь, да. Ну, если там Xiaomi проектор, вот Xiaomi. Если там какое-то еще там название, помните, у нас был Взатко, Байнтек. Взатко, да, название прикольное. Но он хотя бы, блин, Взатко, а он уже несколько лет. Да, он несколько лет уже на рынке, и все окей. У них более-менее прикольные проекторы. Здесь опять тоже LED-проектор. Может, это у них название фирмы такое, LED-проектор? Я не знаю. Ну, в общем, вот таких вот у нас два проектора. Окей, давай смотреть, что у нас по комплекту поставки. Бамс. Упаковано нормально, кстати. Не побьется, пока будет ехать к вам. Все, да? Вот так вот. Шпоньк. Маленький вообще. Так, здесь у нас сетевой кабель и у нас кабель, значит, видео. Выход аудио-видео. Инструкция на английском языке и только. Так, у нас есть маленький пультик. Прям совсем маленький. Вот такой. Да, вообще маленький. Очень простенький какой-то материал. И ладно, вот он у нас проекторчик. Вообще маленькая пучка. Легенький. Вообще легенький, да. Так, здесь у нас все по подключению. Здесь, смотрите, у нас инфракрасник, АВ, наушники, HDMI, 2 USB-шника. Опять же, вот этот позволяет перепрошивать. Keystone, понятно. Так, и у нас, значит, этот самый сетевой. Здесь у нас мы будем уже регулировать самой линзой, пожалуйста. Вот она. Вот таким вот образом. Сейчас посмотрим все это дело, как работает. Есть заглушка, это хорошо. Здесь тоже инфракрасник, потому что есть некоторые проекторы, которые просто ужасно. То есть я имею в виду, в каком смысле? Ты его вставишь, допустим, у него здесь нету. И как управлять? Подходить вот так? Нет. Вот это классно. То есть если он смотрит у тебя, ну ты сзади, да, допустим, ты впереди его поставил, ты можешь так. Если он так, ты можешь так. То есть управление — это хорошо. И сбоку у нас еще есть решетка охлаждения. Также снизу есть еще накручиваемая резьба для того, чтобы он где-то стоял. Ладненько, убираем в сторону. Ну, комплект, я говорю, вот прям очень простенький. Ни HDMI в тебе, ничего. То есть, понимаете, да? То если вы его купили, вам придется еще идти в магазин и покупать различные кабели. Да, я это в сторону уберу, отправлять его все. Вот, бамс. И давайте посмотрим. Вот такой вот у нас проект. Ну, здесь уже, да, поболя будет. Ага, и здесь уже коробка, наверное, со всякими ништяками. Коробки с ништяками. Так, кабель опять же сетевой, опять же такой же видеовыход. И опять точно такой же пультик. Вы серьезно, блин, ну как-то... Те же яйца, только больше, да. Это куриные, это страусиные. Либо те перепелиные, а это куриные. Ну ладно. Так, инструкция, все то же самое. И, блин! Ну окей, линза. По подключению здесь уже два HDMI у нас есть. Ага. Клавиша включения, USB-шника 2 и то же самое. Да, ну пленку я срывать не буду. Окей, давайте теперь попробуем их подключаем, смотрим, андроидовские они или нет. То есть, если нет, это будет, ну, шляпа, потому что в данный момент, ну, должны уже все, не знаю, проекторы хоть от мала до велика иметь какой-то там внутри Android. Это не так уж и много стоит, скажем так, да? Давай подключать, смотреть. Так, ребят, я начал, значит, у нас с большого. И я сразу же, подключив его, заметил следующую вещь. Да, сразу скажу, здесь у нас 3 метра расстояние. А вот здесь он у нас мылит. И причем, как я только не пытался поставить, ничего не получилось. Вот эта часть почему-то мылит. Здесь, с правой стороны, здесь все окей у нас. Вот, смотрите, да, то есть...
Здесь, ну, как бы вы еще текста не видите, но я дальше покажу, да. А по поводу яркости никаких вообще претензий нет у меня. То есть он хороший, яркий. Далее я сниму отдельный ролик. Есть световозвращающий. Не надо мне в комментариях писать по поводу этой всей фигни. Это шляпа, которая... Ладно, потом расскажу. Но это шляпа. Лучше всего вот такие. Вот. Так, дальше. Значит, что у нас здесь? Здесь никакого андроида нет, как вы видите. Здесь есть только фильмы, картинки, музыка, текст. Вы можете с этого дела смотреть с, значит, флешки. Да? По источникам, опять же, два HDMI подключаемые, мультискрин, это у нас, значит, с смартфона будет трансляция, и у нас подключение видео. По настройкам все очень просто, то есть способ проекции, то есть как вы будете переворачивать его фронт-бэк, да, то есть понятно, да, инвертируя масштабирование, опять же, это у нас соотношение сторон 4 к 3, там 16 к 9, все знаете, да, прекрасно. Формат изображения, это у нас, опять же, по яркости, контрастности и тому подобное, да, фокусировка, то есть видите, да, о, посмотрите, да, справа вы прекрасно видите, прям прекрасно. Давайте я даже вот, блин, сейчас секундец, вот так вот наведу еще на фокус. Посмотрите, слева у нас немножко размытые надписи фокус, а справа великолепно, и по центру великолепно. То есть, мне кажется, здесь линза не отцентрована нормально. Здесь, опять же, выбор языка, обновление софта, восстановление к заводским настройкам и автоматическое засыпание, значит, через какой-то заданный период времени. И давайте мы сразу перейдем тогда к источнику. И я подключил сюда, чтобы вы думали, да, видите снизу засвет небольшой. Есть. Ну ладно. Значит, 1080, 60 FPS, то есть 60 Гц выдает, да? Давайте мы разбудим нашего ведьмачка и посмотрим, да? То есть я подключил сюда Nintendo Switch и погнали, давай. Скачи, скачи. О-хо-хо. То есть поиграться, в принципе, в ту же самую Nintendo можно себе спокойненько, да. Ну, не только Nintendo, то есть сюда подключить какую-нибудь приставочку. Хочу заметить, вы сейчас можете сказать, что, слушай, что-то графоний не такой. К сожалению, это такой не такой графоний у самой, значит, Nintendo. Потому что на Sony будет, естественно, 1080. Здесь некоторые игры выдаются 720 и 480p. К сожалению, это Nintendo Switch, это его косяк. Но, в принципе, с такого далекого достаточно расстояния можно спокойно поиграть, никаких задержек абсолютно нет, естественно же, потому что это все идет по HDMI кабелю, то есть, ну, пожалуйста, да, конечно, это не ПК-версия, это не прям крутая, чтобы там, знаете, да, красота, но, пожалуйста, все, то есть, вот, ведьмачка можно спокойненько поиграть, да, то есть, если ты захотел куда-нибудь там, не знаю, завалиться на какой-нибудь диван и сидеть на огромном экране, но я еще раз повторяюсь, да, то есть, давайте мы еще раз посмотрим сюда, чтобы вы понимали, в чем косяк, да. Посмотрите, вот есть прям такие размытия четкие, как будто, блин, она внутри линза грязная. Не переживайте, я протирал. То есть, опять же, я предугадываю, да, пытливые умы, как Таран говорит, называя особых хейтеров, да. Вот пытливые умы подумают, что вот это, значит, я что-то намазал, нет, это внутри. Поэтому оно, скорее всего, здесь, вот вы видите, имеет вот такое, значит, замутнение, вот тоже, то есть какие-то шлейфы остаются, то есть этого не должно быть, оно должно быть как вот здесь, то есть здесь прекраснейшим образом видно, прям отчетливо читается, там, допустим, написано, да, Дориан, там все дела, то есть Кевиас, то есть это все прям читаемо, причем достаточно херово написано, но это читаемо, вот там этого дела не будет, понятно, да? Так, ребят, ну и вот опять же через переходник, потому что на Маке не это HDMI, приходится туда через костыли, но вот, собственно, можно спокойно, да, вот вы видите, да, то есть я дублирую, по сути дела, да, экран. Вот. Ну, в принципе, окей, можно, но я еще раз повторяюсь, то есть... Я понимаю, возможно, вы скажете, ты добадываешься до бюджетного планшета, проектора, да, но вот здесь еще более-менее, я вот опять же показываю центровое, да, то есть, я, ну, поверьте мне, я сейчас его просто мучился, выставлял по фокусу, то есть есть, понимаете, над ним какой-то синий шлейф. Я еще раз говорю, то есть я вам могу даже показать по тому же самому, вот так вот, если покрутить его как угодно, да, то есть видите, да, я уже как только я не делал, все равно вы видите, что боковинки у него, блин, замыленные, то есть середина еще окей, боковины вот здесь, то есть вот где Final Cut, GarageBand, Macintosh, то есть вот это все дело замылено. То же самое происходит и вот здесь, то есть тут смазывается, да, то есть вот эти части. То есть основная часть это вот серединка, и она будет у вас окей. То есть, пожалуйста, да, дублировать можно любой, допустим, там ноутбук, не обязательно Mac, то есть можно и на винде, на чем угодно, да. То есть приставки различные и тому подобное, но есть минус.
Я офигел сейчас. Я втыкал какие только флешки, и такие всякие, и на 8 гиг, и на 4 гиг, и на 64, и на 32. Он не читает флешки. Возможно, косяк какой-то с прошивкой, еще что-то. Вот так вот, да. Ни один файл я не смог оттуда вытащить. Просто что происходит, я вам сейчас покажу. Где этот пульт от него? Вот. Сейчас, чтобы вы понимали, подключен у нас на флешечку, значит, в разъем USB флешка. Бамс. Подключить их запоминающим, нажать любую кнопку, чтобы. Чтобы вы пошли нафиг, мне кажется, да? То есть, ну, к сожалению, нет. Хотя, сейчас я вам скажу. Вот я прямо отсюда ее вынимаю. И вот она, вот эта флешечка. Увы, ребята, и ай, и ох. Так, ребятки, менюшка следующего. Это уже маленький у нас, да, тот беленький. Точно такая же. То есть, все те же самые фильмы, картинки, музыка, источники, только у нас здесь, как вы помните, один HDMI, мультискрин и видео, естественно, вы видите, да? Точно такая же приблуда, только здесь, как вы видите, появилось вот что. То есть, здесь появился еще Wi-Fi, Wi-Fi у нас, да? То есть, если мы промотаем ниже, у нас появился еще Wi-Fi settings. То есть, здесь еще есть Wi-Fi, это есть хорошо, да? Окей. Ну, то есть, там тоже есть, но он почему-то не отображался, потому что иначе как бы еще работал мультискрин. Но, смотрите, прикол. То есть, мы переходим вот сюда, фильмы, бам! Вы думаете, флешка, да, не рабочая? Не, ребят, все рабочее. И с разными форматами, как только не пробовал. То есть, не думайте, не пишите. А может, там у тебя там другая файловая система. Может, у тебя там не NTSC. Может, у тебя FAT. А может, у тебя XFAT. А может, у тебя вообще журнальный. Да, там нет, ребята. Все четыре флешки, они один на разных этих самых файловых системах. Специально для теста все это я дома загрузил. И, блин, нет. Хотите сказать, не, нифига, оно не работает. Может, у тебя флешка тупая? Нет, смотрите. Ой, извиняюсь, мультискрин, да, я зашел. Не туда надо было. Давайте вернемся, возвращаемся, значит, мы сюда и заходим в HDMI. Вот у нас источник HDMI, пожалуйста, сейчас вы увидите, значит, наш Mac. То есть, вот, пожалуйста, да? То есть, 1080-60 кадров в секунду, все хорошо, да. Но, опять же, если вы присмотритесь, если вы присмотритесь в середину, давайте даже прозумлю. То есть, вот, посмотрите вот сюда, то есть, я сейчас сделаю фокус. Видите, насколько здесь, да, классно? Посмотрите, да, то есть все четенько. А вот сюда наводим, и мы видим, что здесь не так хорошо через 2 месяца, как хотелось бы, да? И вот здесь тоже такая же беда. Вы думаете, камера на фокус не наведена? Нифига подобного. Смотрите вот сюда. Опа, она сама уже словила. Вот, смотрите, вот здесь фокус, и здесь. Видите, какое мыльце, да? Это дело не должно быть таким. То есть, сами понимаете прекрасно, да, что здесь именно косяк. Сейчас я выставлю, значит, самой линзы. Вот что мы имеем, значит, с недорогими бюджетными, скажем так, относительно проекторами, да. Ну и чтобы, коль уж вы... Вот так, блин, чуть дерганул, давайте я обратно верну, вот так. Флешку, чтобы проверить, да, то ж некоторые скажут, да ну, блин, ты там, наверное, флешку какую-то не такую воткнул, сейчас я найду, ну, знов в темноте не очень. Вот, пожалуйста, бамс, вот она появилась. И вот то, что я хотел, в принципе, здесь и проверить. О, блин, вон, фу, вот так вот где-то, ага. Вот, заходим в тесты и, пожалуйста, не знаю, вот какой-нибудь вот такой формат, да, что здесь у нас, я не знаю, правда. Так, это всякая шляпа, ну и вот, собственно... Вы можете наблюдать. Кинешку окей посмотреть, но не более. То есть по краям оно будет все равно мылить. А в середине прям зашибись. Ну как-то так. Но все это, конечно, лирика. Хотелось бы, чтобы это все воспроизводилось не через HDMI, а через стандартный USB, который здесь, как вы понимаете, не работает. Ну, с этой флешки, может, нет, не будет тоже. Ну, в общем, вы понимаете. Так, ребята, в общем, чудо не произошло. Я и ожидал, в принципе, такой приблуды. Но окей, короче, для чего эти, значит, у нас два проектора сгодятся? По мне, это вот рубиться, например, в какие-то приставки, да, например. Но я еще раз говорю, это не опять же не Nintendo Switch, да, это я вам показывал, я стоял вот так, я забыл раму, да, и я джойконами как дебил вот так стоял там за кадром, да. Но если сюда подрубить ту же самую, допустим, плойку, она вывезет нормально, да. У нее будет качество 1080, они действительно, значит, 1080 вытаскивают очень хорошо, то есть не врут, не брешут, да.
поддержка нативная 4К, то есть 4К будет поддерживать. Опять же, я не мог это никак проверить, потому что вы сами понимаете, то есть я и сюда втыкал, вот здесь, значит, эти USB-шки, не читается. То есть вы прекрасно видели, что я уже через Mac подрубал сюда и включал. Вот те самые, кстати, да, флешки, там одна еще где-то лежит, вот, которыми я тестировал. Увы, и ай, и ох, то есть хотелось бы, я не знаю, может быть, я криворукий рукожоп, может, вы мне что-то подскажете, но обычно на предыдущих проекторах, а у меня их уже было немало, вы можете зайти в плейлист проекторы и посмотреть, сколько у меня их было, и обычно они съедают абсолютно практически все форматы, и МКВ, это МТС-ки, да, там, то есть и МУВы, и МПЕК-4, все, пожалуйста, жрут, некоторые какие-то там из проекторов не жрали, я говорил об этом, да, то есть вот здесь штука нужна чисто для игрушек и посмотреть кинешку, скажем так, ну, не рассчитывая на то, что вау, у меня сейчас будет там 4К и тому подобное. И по приколу, кстати, я вам хочу сказать так, что я бы, например, советовал вот этот. Вон, зашибись, в отличие от этого. Он компактнее, у него проще наруливается фокус. Объясню почему. Я же вам не сказал, наверное, когда я показывал первым. Здесь фокус наруливается, пожалуйста, вот этой приблудой. И ты можешь механически, то бишь вашими ручками, все это дело настроить. И без проблем, то есть и кейстоун, да, то есть у нас у наклон... Значит, линзы, можно все это дело, да, отстроить, то здесь, если вы приглянетесь, да, то вы увидите, что здесь нет этой штуки, но здесь есть вот такое на пульте, посмотрите, фокус назад, фокус вперед, и причем, когда ты хочешь на какой-то картинке это дело настроить, то есть мне даже жена сказала, говорит, а что ты, зачем ты эту синюю фигню включил, вы видели, да, фокус, что ты на картинке не можешь, не могу, потому что каждый раз, как нажимаешь регулировку фокуса, ту картинку, на которую ты смотришь, на которую ты хочешь отстроить, значит, фокус, она почему-то заменяется этой синей, типа настраивая здесь. Не хочу, я хочу там. То есть не надо. Это никак не отключается. То есть ты фокусировку именно по вот этим словам по краям фокус-фокус и вот здесь. То есть вот так вот вы будете все это дело, да, смотреть. Окей. Вот. И здесь опять же... А? И шумит, да, вот я просил напомнить, шумит. Он шумит достаточно сильно, в отличие от беленького, да. И что мне здесь еще понравилось? Здесь есть HEPA-фильтр. Он чистится от пыли, там, где он засасывает пылюку, вот это классно. Мое почтение, как говорится, молодцы, вот это продумали, да. И опять же, здесь у нас есть вот такая ножка, которая ставится, значит, ну, уровень, опять же, да, хотите чуть пониже, хотите чуть повыше, хотите вовсе уберите, да, ее, то есть, пожалуйста, вот. И 4 резинки, которые, ну, достаточно хорошо его держат, да. Но опять же, я говорю, что мне не зашло вот эта регулировка фокусом. И классно, конечно, здесь то, что здесь есть два сорса по HDMI, да, то есть источника. Плюсом хочу отметить то, что и там, в обоих вариантах, и хоть в жопу ему стреляй, хоть в сторону бей, все равно... пульт ловится, потому что на некоторых проекторах это не ловится. Здесь все классно, то есть в какую бы сторону я стрелял, прям зашибись. То есть бах-бах-бах, круто. Вообще нет никаких вопросов. Вот. И по ценнику я примерно, я не могу сказать, вы можете, в принципе, посмотреть на эти самые, да, в описании, в расписании, да, ваших занятий в дневнике. В описании под видео вы можете посмотреть ценники, ознакомиться, какой вам больше зашел, не зашел. И я разыгрывать буду любой из этого. То есть один какой-то останется у меня, да, то есть мне он для своих, как говорится, нужд, да. Посмотрим, подойдет опять же или нет. А разыгрываться будет любой. То есть мне по барабану. Когда я разыграю, человек, который выиграет, скажет, ты либо я беру вот этот, либо я беру вот этот. Да, то есть уже сам выберешь. Мне в принципе все равно, что этот одинаково лупят по, значит, качеству картинки. Да, тут просто из-за удобств и компактности, может, кто-то что-то там выберет. Да, вот. Условия я уже сказал, да, наверное, или не сказал, но повторю, если объявлю, либо повторю, да. Лайк, коммент, подписка и, собственно, через недельки 4, может быть, там 5, не знаю, мне там работы пойдут, могу не успеть там с этими стримами. В общем, мы разыграем, как обычно, на стриме, да, и объявим уже победителя. Как-то так. И да, не забывайте еще в сообщество на Ютубе заглядывать на канале, я там иногда публикую то, что будут грядущие какие стримы и тому подобное, то есть там это все будет, опять же, публиковаться. Вот такие вот у нас сегодня приехали проекторы. Впереди у меня еще один проектор, момент. Вот такой вот пацан. Забавно, это проектор-колонка, но на него будет опять же отдельный, он у меня уже зарядился. Вот такой, здюк, вот он еще будет.
чуть запылился. В общем, ждите, еще будет видосик вот таким проектором. Ну и как я уже сказал, чудо не произошло. Я ожидал примерно, что вот так и будет. К сожалению, они по бокам, то есть, мылят, да. Возможно, есть люди, которые я видел в отзывах, они говорят, что чувак, там можно разобрать, там можно протереть, там все дела, там внутри линза, окей. Но, как бы, окей, хотелось бы, чтобы это было и нормально из коробки. Я не хочу покупать и потом дорабатывать, да. Вы наверняка тоже не хотите, да, мне кажется. То есть, вот такие нюансы, если вы собираетесь покупать этот или этот проектор. Как-то так. Пока! Это все, слушай, а что ты этот нейросовитивитель не рассказал? Ну, это отдельно будет видос на этот проектор, он прикольный. Прикольный, это я что прикольный, а что? Это что, ты серьезно, да? Ну, это мой будет. Угу. И ты как бы это считаешь, да? Чё? И ты считаешь, что это твой? Ну, да. Угу. Ты как бы это делаешь? Кот! Я ничего не знаю, давай. Так это ты снимешь, то пару сразу оставишь, да? И отдашь.